Нам необходимо еще проработать совместно с депутатами, с администрацией о том, чтобы повысить все-таки уровень заработной платы обслуживающему персоналу. Мы понимаем, что люди, которые работают целый день, действительно, на которых возложена такая ответственность, должны получать все-таки достойную заработную плату. Но поднимали на комиссии вопрос, это вопрос наличия средств в бюджете.